Добрый вечер. Нас, кстати, хорошо слышно даже? Добрый вечер. Да, всем привет. Потому что игра херачит, я бы сказал. Всем привет. Да, друзья, очередной выпуск исторического триллера. Я не играл в Prehistoric. Сегодня Артавас Мурадян и Петр Сальников. Мы транслируем игру под названием Horizon Zero Dawn Курильщика 93-го года, Prehistoric 2. Prehistoric 2. Почему 2? Потому что... с чем... Вот я небольшую историю расскажу, почему я выбрал эту игру. Во-первых, для того, чтобы отомстить тебе за недосериус Сэм из прошлого выпуска. Во-вторых, для того, чтобы вспомнить замечательные детские годы. Здесь, кстати, если бить в случайных местах, тоже иногда вываливается еда. Это голодный мужик с дубиной. Голодный мужик с дубиной, который всюду ищет. Вот если нет еды, он глодает кости. Если есть еда, он... Если да ну мразь! Глодает... Эксперт Артаваст, эксперт. Количество жизни Артаваста 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Саблезубые коты, дружище, а ты как думал? Саблезубое говно! Да. Непростое украшение. Да. Я умираю. Я при смерти. Вот тебе и уровень сложности эксперт. Ребята, это вам не Horizon Zero Dawn, вот это кинцо, понимаешь? Вот, вот это настоящий хардкор. Вот это я понимаю. PC Master Race. Гуляю, ГОК это... Никто не видел рабочий никто стол. Никто не видел что? Рабочий стол. У тебя торрент загружается. Уволен. А начало вообще на Донки Конга похоже. Да, согласен. Но я думаю, что это было раньше. 93-й год, я думаю, что уверен, что какой-то Донки Конг уже был. Но я про первый Донки, про Несовский, про Снесовский Супер Нинтендо, который когда он выходил. Да хотя, тоже хер знает когда, да, на самом деле. Ну вот. И что, давно ты играл последний раз в эту игру прекрасную? Я тебе говорю, я в нее играл последний раз в году, наверное, ну, пускай 90... А где выбрать эксперт? 9-м. Ну ладно. Ты уже все выбрал, мне кажется, один раз. Тебе мало показалось? Я хочу еще. Они медленно ходят. Донки в 94-м вышел. Вот, видишь, украли все японцы. Да? А это, скорее всего, сделал один человек. Так, вспоминай пароль. Так, чат. C92E. Да, я рассчитываю на чат вообще. И что, куда дальше? Ну, дальше туда. Но не туда. Дальше туда, но не туда. Ну ты прыгал. Это игра про то, что, чтобы идти слева направо. Как ты читаешь так? А как в меню вернуться? Да пройди уже ты этот уровень, Артавас. Ладно, что ты как нуб какой-то вонючий здесь себя ведешь. Кто-нибудь может мне сказать, зачем были эти коды? Ибо когда был слишком мелкий, когда играл, был слишком мелкий. Коды нужны, как в принципе персии, если помните, для того, чтобы... Сейвов нет. И вы проходите уровень, получаете пароль. И в следующий раз, когда запускаете игру, вводите код, чтобы начать с того уровня, которому этот пароль присвоен. Что ж ты за человек такой? Есть... А, вот этот... Да ну! А ты на чем сейчас? На колючке, что ли? Да. C92E. Я пароль набивал. Ты конченый! Я смотреть не могу на это. Тут тогда активности будет, знаешь, он человек просит. Давай! Изящное убийство исполняешь жопой на кактус. Давай, кактус! Не делай так, это же платформер! А? Бах. 3-4-7-1. Непростое украшение. Дюка, пора отпевать уже. Так ты уже отпели, пароль. Ребята, уже кремировали. 3-4-7-1. Ой, я... Ты новый молоток нашел. Молоток новый. Как это дерьмо работает? Ну, то есть я не против, мне нравится. Ты послушай, с каким звуком он бьет. Да-да-да, как будто, я не знаю, дробит черепа. Так учишь, что он слегка пританцовывает, знаешь, под это? Танцуй, Валь, как? Танцуй, Виталик. Танцуй, Виталик. Давай. Прыгай на него! Оп! Хапнул! Кувалду не взял. Она не здесь. А, да. Блин!
7.1 непростой. Это даже пароль от уровня, а не от места. Да, да, я-то думал, это от места типа. Нет. Ты должен пройти этот уровень до середины, чтобы узнать пароль от начала, обрати внимание. Да. Вот это хардкор! Олдскул гейминг вообще во все поля. Мужики, го пьяные души по этой игре. Это будут самые быстрые, как бы, пьяные души. Не убивай его. Вот теперь надо было на него прыгать, чтобы съехать. Сейчас. Протел! Музычка приятная, да. Молотом можно вроде каким-то секретным местам бить, чтобы ништяки вылетали. Так и дубиной можно, в том числе дело. Смотри, не получается, да? Никак, да? Не выходит, да? Дело твое. Можешь не соглашаться, согласиться. Сука! Так, пердил. Все из-за тебя. Нет, ну этот мудак вообще никогда ни с чем не соглашается. Это известный давно факт. Вот тебе даже в чате уже пишут, что ты готов просто говно свое есть, если тебе кто-то скажет, что это говно. Нет, это не говно! Ты как маленький ребенок, знаешь. Не бугу, не пойду! Не хочу! Не согласен с тобой. Естественно. Ты не прав. Я сейчас проверил только что эту теорию. Что касается, да, блин, я не могу, ну ты серьезно? Играй, ты сейчас что? Ты меня сейчас рассуждал, ты сидишь, что ты сейчас поджигаешь меня? Ты безоружен. Специально. А что ты поджигаешься? У тебя где-то в груди вот здесь вот начинает щемить, да? Сразу щемить где-то начинает, нет? А оно поднимается у тебя, когда у тебя щемит в груди? Да, поднимается. Плакать начинаешь? Или опускаешься, и ты опускаешься, и ты обоссыкаешься, да? В итоге, что происходит с тобой? Я устрою тебе. Я не играл в иску, я отомстил за. Это, кстати, хорошо. Я про. Ты видишь, до чего ты меня довел? Я уже пароль наизусть запомнил. Это сложно было. Смотри, какой пингвин. Ты ищешь такого пингвина. Понимаешь, вот этим экраном тебя игра мотивирует. В этой игре есть пингвины! Я обязательно пройду дальше. Пишут, что Артаваст не может два дела одновременно делать, но я... Никто не может! Нет, даже каждый мужчина. Мультизадачность — это иллюзия. Каждый мужчина может делать два дела одновременно. Не, смотреть — это не дело. Может два дела делать одновременно. Это иллюзия. Это не... Если это иллюзия, то я не знаю, где не иллюзии в нашей жизни. Ты, кстати, просрал все. Они исчезают. Если ты в первом уровне умираешь, то во втором. Мог бы уже, видишь, уже мог. Уже. Зажигалку возьми, пиво нечем открывать. Кстати, смотри, впервые картошечка. Зачем я тебя... Зачем? Зачем? Там был конец уровня. Зачем я... Смотри, ты еще динозавров не видел, пингвинчиков. Легендарный уровень, братан. Ты ждал этого? Что происходит? Свинья охреневшая, кстати, абсолютно об этим. Ну, она не готова, ее сейчас сидит, она в ужасе просто. Она, скорее всего, знаешь, было бы круто, если бы она глазами следила бы за твоим героем еще. Только зрачками. Все, ничего не двигается, только зрачки такие за тобой. Как бабка в этом, в Резиденте 7-го. Вы обращали внимание, что бабка с головой крутит? Да. Когда тебя отпускают. Ты прошел, кстати? Не, времени не было. Ладно, хоть так. На Horizon у тебя время зато не нашлось. Все, уже нет, теперь Торнт, собственно, Минера. Все, да? Да, я тебе рассказал, что я все устал. А, да? Вот видите, сделать. Понимаете? Что ты поясничаешь? Я тебе перед стримом уже сказал, что я, типа, сделал перерыв в Horizon, потому что я, типа, наиграл уже 30 часов. Слушай, поясничай, а чем вообще мы занимаемся здесь? Поясничай. Ты посмотри, в какую игру ты играешь. Ты чё ухо-то себе проколол? Вот где поясничай-то, сука! Я хотя бы вытащил а всё! А чё ты вытащил? Поясничаю! Сука, оса! Ненавижу! Сука, оса! Арик на скеле уже, а нет, показал. Ё-моё, пошёл в жопу! Ты чё, ты кто такой? Пошёл нахрен! Пошёл ты! Ты пошёл! Пошел вон! Да как я его бью, он не умирает, мразь. Это
босс, как ты понимаешь, особенно удар не убил. Нет, я вообще как будто в него не попадаю. А вот, кстати, его жизнь. Вот теперь можно бить. Ну подойди, ты что-то как Dark Souls. А как надо потом? Ну, по голове бить его надо, подпрыгивать. Подпрыгивать никогда он бьет. Вот. Просто непредсказуемый. Суп. Ах ты, мразь. Просто кошмар какой-то. Просто ужас. А если встать здесь внизу? Ну тут, да-да-да. На ступеньках. Подожди! Подожди, не советуй, блин. Советчик. Слева сердечко! Можешь просто ничего не говорить! А, он кости выкидывает это сердечко. Да, 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 есть. Кость, нет, мне нужна еще кость. Да как, ну что за... Ладно, сейчас все. Да. Уходим! Куда? Что за сука такая? Бах, класс. Вот сейчас начнется бесконечное дерьмо. О, да! Зажигалка из него выпала. Гребаный гамадрил. Это был он. Все, давайте заканчивать. Я вижу этот уровень и хочу в Джерри Винкс. Да. Все. Да? Да. Вот так? Да. Пока.